Так, сегодня какое число? Первое. Сегодня 1 мая 2022 года. Вот сегодня я был на Карбуте. И вот разные штучки такие напокупал. Сейчас расскажу по ценам. Значит, вот это жар-птица. Жар-птица. Я купил, кстати, Карбуцел, который я езжу, он находится в Басилдоне под Лондоном. Значит, жар птица 2 фунта. Вот эти лампочки, две коробки за 1,5 фунта. Это фунт, это 50 копеек сердечки, это фунт. Вот это сиденье можно приделать к электросамокату любому. 2 фунта. Я знаю, что на eBay оно стоит 20 с чем-то фунтов. Любое сиденье для скутера электро. Чайник со свистком. Со свистком. Такой интересного цвета. Все полностью железный. То есть можно ставить на костер его. Взял, чтобы на море ездить, там что-то чайник заварить. 1,5 фунта. Значит, вот это каменная какая-то скульптура, не знаю, из чего она сделана, хер знает. Это 2 фунта. Кепка 1,5 фунта. Не знаю, брал для дочи, не знаю кому, может кому-то, девушкам каким-нибудь. И, значит, шары все по 50 пенсов. Самый красивый вот этот, потому что здесь сразу видно колесо обозрения, Биг Бен, короче. Ну, вот этот шар самый красивый. По 50 пенсов. Вот этот снеговик железный, 50 пенсов. Взял только потому, что железный. Дальше, столик. Вот такой столик, 3,50. Заплатил за него. Он, интересно, он вот так вот складывается, раскладывается. То есть он вот так вот. Да, может, как портрет стоять. Да, может, как портрет, может, как столик. Ну, просто взял из-за этих вот механизмов, что он вот сзади, вот интересно, мне понравилось, что он и ручная работа, вот эта вот перетяжка разная. Да. И светодиоды. Светодиоды, 2 пачки. Новые, запечатанные, проверил, все работает. По 2 штуки в упаковке. Очень ярко горят, фунт штука за 2 штуки. То есть взял 2 упаковки, можно всю квартиру светодиодами заделать. И вот такое ручной работы. Сейчас постараюсь. Ой. Да, вот такой какой-то интересный материал, я не знаю. Видно, что это сделано, мне кажется, вручную. Все, вот это вот. Не знаю. Ну, мне понравилось. 2 фунта заплатил за этот коврик. Не знаю, для чего он нужен, но красивый. Вот. Ну, все на этом.